Все больше немецких инженеров, докторов и физиков предпочитают работать за границей. Утечка мозгов стала серьезной проблемой для Германии. Почему молодые специалисты не хотят работать у себя на родине, смотрите в сюжете. С фортепиано, скрипкой и баяном Филипп Гидио – неразлучные друзья. Его с детства интересовала природа музыкальных инструментов. Чтобы понять глубже язык звуков, после школы он продолжил учебу в Потсдамском университете, где стал изучать акустическую физику. Уже через несколько месяцев Филипп станет дипломированным докторантом, а потом 31-летний ученый планирует уехать из Германии. Я был на международной конференции физиков. Там мне предложили несколько интересных вариантов. Я согласился поехать во Францию. Там большие возможности. Я занимаюсь исследованиями и вижу там реальный карьерный рост. Карьерный рост, более привлекательные условия труда и более высокая, чем на родине, заработная плата. Именно эти факторы молодые кадры называют прежде всего, говоря о мотивах своего решения. В числе самых привлекательных стран, куда предпочитают ехать молодые специалисты, Швейцария. Туда эмигрировали 209 тысяч ученых, в США 136 тысяч, в Австрию 109 тысяч. Более 70 тысяч специалистов переехали и работают в Испании и Франции. В Нидерландах и Канаде на ПМЖ остались 35 тысяч человек. Мы опросили 1700 респондентов, которые выезжали из страны. Из них 70% уезжали насовсем. Среди причин чаще всего они называли высокую заработную плату. За пределы Германии только в прошлом году выехали 52 тысячи специалистов. В среднем в год Германия теряет 25 тысяч высококвалифицированных кадров. За последние 10 лет страну покинули почти 1,5 миллиона ученых. Если такая тенденция продолжится, то, по словам экспертов, не немецким работодателям придется искать себе сотрудников за границей. Уже сейчас в ФРГ наблюдается острая нехватка инженеров и IT-специалистов. Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Берлин, Германия.